Астана готовится принимать гостей и болельщиков матча «Звезд КХЛ-2018». Сегодня началась продажа билетов в кассах «Барыс-Арены». Как отметили в клубе, цена самых дорогих составляет 10 тысяч тенге. Однако все топовые места уже выкуплены в онлайн-системе. В целом продано порядка 6 тысяч билетов. Добавлю, что в клубе ожидают приезд около 400 гостей, в числе которых хоккеисты, почетные гости, ветераны. Перечень в данное время утверждают в лиге. Матч «Звезд КХЛ» пройдет 14 января 2018 года в столице Казахстана. В данное время мы на активной фазе подготовки к данному мероприятию совместно с акиматом города Астана. В данное время у нас проходит информационное сопровождение мероприятия по городу. Если вы видели, уже вывешиваются билборды. На следующей неделе мы уже планируем делать оформление нашего дворца.